Анонс и дата выхода первой и второй серии нового сериала «Детективное агентство Мухича». Первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале ТНТ 20 июня. В новых сериях мы увидим, как после операции под прикрытием, пошедшей не по плану, из-за огнемета и сгоревшего особняка, Мухич и Кристина теряют работу в полиции. И радуются, что их не посадили. Карьера разрушена, зарплата каждый месяц на карточку больше не падает. И чем заняться дальше, бывшие полицейские с Рублевки не знают. Но вдруг объявляется олигарх, готовый дать им 100 миллионов. На эти деньги Игорь Мухич решает открыть частное детективное агентство. И зовет себе на работу Кристину. Впереди у них встречи с элитными клиентами и целая серия сложнейших дел, которые Мухичу предстоит раскрыть своим фирменным гонзо-детективным методом. Мухич и Кристина представят зрителю абсурдную интерпретацию тандема Холмс-Ватсон, в которой Шерлок Холмс отрицает законы простейшей логики, а Ватсона поначалу заботит лишь заработок. Напомним, первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале ТНТ 20 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.